Под залпы салюта на набережной встречают князя Юрия Долгорукова, основателя жемчужины Нижегородской области Городца. На Александровской набережной собрались городчане. Фестиваль народно-художественных промыслов здесь традиционно проводят в День города. Старый квартал Городца превратился в огромную ярмарку. Здесь городецкая роспись, изделия из камня, дерева, глины. Сюда съехались около 500 мастеров народно-художественных промыслов из разных регионов России. Гостям фестиваля предлагают не только посмотреть и купить изделия ручной работы, но и поучаствовать в мастер-классах. Такие фестивали, либо какие-то заказы, то есть нужны какие-то именно вот изделия, примерно даже вот такие нужные изделия. Реконструкторам нужны изделия, каким-то тоже клубам, в кафе какие-то нужны им вещи, так сказать, антуражные. Первый раз Евгений увидел, как глиняным искусством занимается потомственный гончар из деревни Смирки на Нижегородской области около 7 лет назад. Понравилось, стал искать больше информации через интернет и у мастеров из других городов. Сейчас обучает сам. Главное, что надо освоить, это чувствовать глину. Пальчиком сюда нажал, получилась вазочка, да? Если наоборот расширил, получилась пиалка или тарелка. Все кажется просто. Но на самом деле, чтобы научиться так чувствовать глину, надо потратить много времени. Рука чуть дернулась, сразу горшок кривой будет. Вот так за несколько минут из куска глины получается небольшой горшок. По словам гончара, это только выглядит просто. Следующие этапы – это нанесение узоров, сушка и обжиг. Евгений в основном работает на интернет-аудиторию, но приехал на фестиваль показать свое ремесло и научить гончарному делу всех желающих вживую. Очень приятно видеть, что все наши улицы, все те места, которые планировались для размещения мастерами, они все заняты. Очень много людей, и мы надеемся, что данный 17-й фестиваль мастеров народных братства стал традицией и только будет развиваться. На Городецком фестивале каждый может найти промысел по душе. Я люблю кукольное шитье. Лоскутное кукольное шитье, то есть как бы сама немножко этим увлекаюсь, то есть вот мне как-то это более ближе. Очень люблю керамику. Ну это мирт, цветок домашний, семейный такой цветок. Ну и горшочки готовить. Уже стало традицией, что на День города Городец получает в подарок новый музей или новые экспозиции. В этом году более 900 экспонатов, утюги, часы, предметы этнографии передал в музейные фонды из личной коллекции меценат Николай Поляков. Теперь они будут постоянно выставляться в Городце. Артемий Гадков, Алексей Завулов. Время новостей.